наша квартира, наверное. Лодки же не тащит с собой, да? Не, он все купил. Вот с мотором? Да, моторы, Милка сказала. Мотор или мотор? Ну, мотор. Это, на лодке еще мотор. Ну да. Если что за мотор нет. Что там? Эй, ёпта! Что за хер? Дим, не надо, Дим, не лезь. Слышь, братан, хорош! Хорош! А что он ему сделал? Да нихуя, что-то там руками показывал. А мне насрать, что ты едешь. Ты должен меня пропустить, умный. Выучи правила, блин. Очкарик, блин. Ты еще брось мою машину. Саду номер 7 к приезду санэпидемстанции дети тараканами выложили слово «Помогите». Расписывая ручку, можно случайно подделать подпись человека по имени Ишишин. В Нигерии паркур признан общественным транспортом. Нуждики! High Society Show. Оля Максимова, Александр Бон, Игорь Паньков. На радио «Максимум». Пробки при Чистенко и Фрунзенской стоят в сторону Кремля. Даже не знаю, как объехать. На внутренней стороне 3-го между Ленинградкой и Савеловским столкнулись 5 машин в шахматном порядке. Вот такие дела. Написали нам это на 103.7, мобильный портал «Максимум». Ну а мы скоро будем гадать. Наши будулаки впереди. Гадать сегодня будем по... Грибоедову и Фанвизину. Посмотри, любишь ты эту книгу? Потрепанная. Ну, она, у нее пожелтевшие страницы от времени. Коротко напишите, что вас беспокоит, пришлите нам, мы выберем самую интересную проблему, выведем вас в эфир, вы назовете номер страницы и номер строчки, мы вам ее расшифруем. Вот такое гадание у нас. А, да, давайте присылайте, будем разбирать любые проблемы. А сегодня мы же забыли об этом сказать, сегодня замечается всеми одним делами. Да, значит, по подсчетам ученых. Вообще появились медали. Ого-го. Первые это медали были созданы еще в Древнем Риме, это первый век до нашей эры, когда мастера чеканили большие бронзовые медали с изображением императора. Thank you.
какого хуя тут едешь, урод ебаный? Чё хуесос, блядь? Так-так.